Итак, друзья, всем привет! Сегодня рассмотрим фоновый узор, который состоит из выразительных капелек, которые образуют, в свою очередь, вертикальные столбики. Раппорт переплетения составит 4 петли и 6 рядов по высоте. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Итак, друзья, давайте начнем. Первый ряд раппорта – кромочная петля. Далее 3 изнаночные. И лицевая с дополнительным накидом внутри. Повторяем. 3 изнаночные петли. 2, 3. И лицевая с дополнительным накидом внутри. Для симметрии заканчиваю первый ряд 3 изнаночными петлями. Итак, теперь второй ряд. Начнем его с 3 петель симметрии. Провязываю их лицевыми. И основной раппорт. Переснимаю петлю на правую спицу, не провязываю, раскручиваю накид, нить перед работой, затем 3 лицевые петли. Повторяю, переснимаю петлю, раскручиваю накид, нить перед работой и далее 3 лицевые петли. Теперь третий ряд, кромочная петля, 3 изнаночные и 1 лицевая петля. Повторяю, 3 изнаночные, 2, 3 и 1 лицевая петля. Четвертый ряд раппорта начну с 3 лицевых петель симметрии. Провязала. И далее основной раппорт. Изнаночная и 3 лицевые петли. 1 изнаночная и 3 лицевые. До конца четвертого ряда. Пятый ряд вяжем так. Кромочная. 3 изнаночные. Эти петли неизменны. В нечетных рядах. Далее ввожу спицу вот в эту длинную петлю, вытягиваю нить, накидываю ее перед первой петлей по ходу вязания и провязываю вместе с ней лицевой за заднюю стенку. У нас получается выразительная капелька. Повторяю, 3 изнаночные, далее опускаюсь на 2 ряда ниже, вытягиваю нить из петли и провязываю вместе с первой петлей по ходу вязания. Это пятый ряд. И шестой ряд будет заключительным. Его полностью провязываем лицевыми петлями. На этом, друзья, мастер-класс я завершаю. Обязательно сохраняйте данный ролик в своей копилке. Не забудьте про лайки и позитивные комментарии. Я жду. Желаю вам отличного настроения. Скоро увидимся. Всем пока!